Итак, мы снова в эфире, наши уважаемые зрители. Мы показываем теперь вас уже другой бой. На карте Серпухов по-прежнему, но уже на карте Вавилон и Танки Онлайн Румыния, сокращенно ТОР. А комментирую я, Дмитрий Песок, мой коллега Саша Динамит. Он прибежал к нам из предыдущего боя. Поприветствуем его. Да, ребят, всем привет. Привет, Дима. Ну, я думаю, что у нас сегодня и в данный момент будет очень интересный бой, потому что конфа ТОР, я думаю, известно в ТО, потому что даже нажав ТАП можно видеть, что все ребята имеют сокращение ТОР, что в полном же смысле, я сказал вам, Дима, это Танки Онлайн Румыния, но я думаю, что у нас игра должна очень быть такой забавной. Ну, конечно, я думаю, что Вавилоны все-таки смогут одолеть, но тем не менее, думаю, что ребята будут сопротивляться очень-очень хорошо. Ну, тут Ваня очень правильно подметил в предыдущей трансляции, что это бой за выход в плей-офф, то есть кто выиграет сейчас, тот и выйдет в плей-офф. Ну вот так вот даже, я об этом не особо-то знал, но теперь если, я знаю. Если будет ничья, то Вавилоны пройдут дальше. А вот если выиграют Танки Онлайн Румэнин, то Вавилоны останутся за бортом. Фейс останется и без кислоты. Фейс без кислоты, ну это очень трудно поверить. Ну что ж, пожелаем ребятам удачи как Вавилонам, так и Торам. Ребята уже начали свое сопротивление на сербах. И есть уже первые захватные точки. Вижу, что киллер 93 использует шафт. И посмотрим, как он будет на нем отыгрывать. Да, мы смотрели в вашем бою, как шахта отыгрывал, это было очень интересно. Лучше об этом не напоминай. Давай потому что у меня... как отыгрывал шахт с вашей стороны. Мы видели, на нем играл LBJ, и что-то у него не пошло, он переоделся потом. Ну, он не особо-то правильно там отыгрывал, у него не до конца был прокачан шахт, и, по-моему, не было устройства по сравнению с его визави. Если не ошибаюсь, это был респаун, и сейчас я вижу, что есть какие-то проблемы у Вавилона, покидает игру Арикелян, видимо, крит ошибка, может еще что-то. Кстати, мы не прошлись по составу команд, я, пожалуй, начну с Вавилонов. Итак, у нас есть киллер 93, Warn to Love, Golden Koi, Арикелян, Schneider, Face и Well. Отлично, а за Торов у нас играет Zeuniki, Follow, Tow, Champion, John Safe и Andrew. Такие составчики у ребят. Так, что у нас делает киллер? Я вижу, он стоит на бровке и неплохо так накидывает. На него пока внимания никто не обращает, но если дальше так пойдет, то фокус по нему будет хороший. Да, я думаю, что не мешало бы как-то за ним туда выдвигаться, убивать его. Но вот даже если посмотреть на карту сверху, то мы видим, что большинство все-таки точек находится на центре и с правой стороны, если смотреть со синего респа, а с красного респа это слева. То есть бровка у нас как бы не задействована, и там вот действительно очень хорошо находиться каким-то кемпером на той же смоке, на той же, на том же шафте, рельсе и так далее. Поэтому если туда вот не выезжать и не... проезжать этот участок, то возможно, что там поселится какой-то шафт, как это делает сейчас киллер 93 и со своим УП-10-1 закончит этот бой и выиграет его команда. Так, что по сетапам? Я вижу два тяжелых корпуса у Торов, с одним из них Вулкан, с другим Твинс. Вот Вулкан Ваня очень не любит, я с ним отчасти согласен, это не тот, не та пушка, которая должна быть здесь. Из средних я вижу ездит Рикошет, Изида вот. Молот, что еще у них есть? Две изиды. Да, две изиды, это хорошо. Молот, два твинса, две изиды. Нет, два твинса, я погорячился или нет? Да, один Жига, твинс, Жига. Один. Жига да, еще тов катается. Угу. Верно, получается, ребята играют две изиды. Не знаю, насколько это правильное решение, я считаю, что одной изиды сполна хватит. Но, видимо, им все-таки привычно именно обращаться с двумя, потому что они очень-очень хорошо лечат друг друга. Ну а Вавилоны? Кто у них на тяжелом корпусе? Я вижу Фейса, он... И это Golden Coin. Да, это два твинса. Есть Рекелян, есть Born to Love. Два фреза, два твинса и две изиды. Интересно. Ну и шафт, мы забыли вот про него, формула успеха. Ну киллер, кстати, так и стоит на бровке, на него никто не смотрит. Либо он еще не сильно мешает оппонентам, либо он не приносит нужной пользы своей команде. Но я думаю, что когда Тор уже разыграется, они поймут, что пора и заниматься данным игроком, которым вот нужно заниматься. Движение, смотри, первое, мне кажется. Да, это первое, и сейчас он заюзает аптечку, будет убегать. Кстати, обрати внимание, что Вавилоны используют по две пушки, фактически, вот Твинса, Фриза и Изиды. Если взять такой вот модуль, то можно убить сразу одним модулем, грубо говоря, шестерых игроков.
Да, это очень важно, чтобы разнообразие пушек. Мы видели это в вашем бою, вы пытались всех по одной использовать, ну, некоторых было по две иногда. Ну и Вавилоны впереди 14-5. Мы рассуждали еще с вами на тему, что синяя база будет посильнее красной. Как ты считаешь, так ли это? Ну, так как вот мы сейчас отыграли бой против не менее хороших игроков с Biological Hazard и проиграли как раз таки два раунда за красную сторону, то номинально все-таки синяя база действительно смотрится очень-очень здесь хорошо. И поэтому, вот если бы здесь еще была одна точка где-то в районе Б, ну, сюда вот ближе к респам синих, тогда бы, в принципе, оно было бы симметрично. Но так как вот ты заезжаешь с центра на Е, ты просто не успеваешь подъехать на А. На А быстрее добирается как раз-таки синяя, и поэтому есть такой небольшой дисбаланс, но надеюсь, что в этом бою Вавилоны все-таки найдут ключ к красной базе, тоже смогут победить. Мне кажется, если бы вот на мосту точку С, наоборот, передвинуть ближе к красным, тогда было бы немножко по-другому ситуация, потому что красным очень тяжело доехать до точки С на центр. Пока заедешь на мост, тебя уже обстреляют, а потом еще и захвати и стой на ней, это очень сложно. В отличие от точки Д, на которую просто ты респанулся, подъехал и захватил. Тебя прострелы только по центру. Мы уже об этом говорили, повторяться не будем, наши зрители это уже уяснили. Я думаю, что да, ты прав. Вот точка Т близка к синим, а красных это точка Е, но вот что касается точки С и Б, чтобы красным проехать, там действительно нужно постараться. И ты посмотри, сколько там уже мин поставили ребята с Вавилона. Фэй сейчас, хотя типа были все мины Вэлла, видимо, они хорошо там взаимодействовали. Сейчас Вэлла убили, мины все пропали, но Фэй там живет очень-очень хорошо. Конечно, УП его не прям такое суперское, но он отыгрывает очень-очень хорошо. Кстати, обрати внимание, что у киллера УП 15. Один. То есть один раз его только убили. Не будем брать в счет того, что он... Ну, два уже, смотри, 15-2. Ну, он самоуничтожился один раз. Отлично. Тогда у нас 16-1 получается. Ну да ладно, 39-5 по точкам. Вавилоны абсолютное преимущество имеют. Уже 40. И да, этот раунд кажется, что уже безвозвратный для Торов. Ну, в принципе, прошло 5 минут, ребята за 5 минут, ну, грубо говоря, хорошо, за 6 минут захватили 40 точек, поэтому Торы, в принципе, могут попытаться отыграться, они даже могли бы отыграться, но будет очень тяжело им. Просто сейчас да, все они номинально... Они не могут пройти середину карты, вот даже на точку С они не могут заехать на мост, они не могут спуститься с Е на А нормально, у них нет выхода с базы, Вавилоны все закрывают. Но Вавилон очень грамотно отыгрывает, они пускают два тяжа на этот мост и туда одну Изиду. Изида отлично лечит этих двух своих союзников, а все остальные четыре игрока с Изидой Бурдулавом отправляются на Е и тоже там отлично закрывают центр. Просто никто еще не догадался, что можно по бровке проехать, убить шахты и там, где стоял шахт, уже спрыгнуть на А и оттуда попытаться что-то взаимодействовать. Правда, сейчас вот ребята с Тора уже это и проделывают, отхватывают они точку А и сейчас, возможно, успеет отхватить точку Д, но ненадолго. Тор Андрей это понимает и уже оттуда убегает. Ты знаешь, вот этот вот большой твин с Титаном и второй, которые там стояли, мне кажется, там секрет успеха просто Тором. Просто надо одеть какой-нибудь резист от этой пушки. 50% решат все. Два корпуса, которые будут там ходить, они заставят переодеться. Нет, кстати, разве? Да, вот сейчас даже посмотрим. Треть прокачки, я вижу, что у Торов с прокачками не все в порядке. Я думаю, что это ребята такие нагибаторы. Стоит отметить в том, что не играть в Арахниде. Арахнид — это донаторская краска. Значит, ребята любят побаловаться донатом, но модули у них, к сожалению, не качаны. Там по одному 5 шагов — это не то, что необходимо. Вот именно из новых я смотрю. Там что, Зевс чуть прокачан, там еще один Зевс чуть прокачан, а новые модули, вот Гризли Т.Джей, Лев новый, 5 шагов, ну, 5 это еще допустимо, но 1 это очень мало. Да, 35% это ничего для категории VIP, ребят, если у вас 35, то это вам лучше играть в экономе, там у всех по нулю, и они рады этому. Ну и 2 минуты до конца, смогут ли Вавилоны побить ваш рекорд? У вас было 69 точек максимум за синюю сторону, причем дважды. Угу. Интересненько. Кстати, они могут, да, вполне успеть. Минута 50 у них есть. Но я думаю, что они это осуществят в этом раунде 100%. А вот все-таки хочется понаблюдать за взаимодействием Вавилонов за красную сторону. Хотя, в принципе, знаю, что они тоже покажут довольно-таки интересную и достойную игру, но все же понаблюдаем.
Ну, я уверен, что это будет очень сложно. За красную сторону Вавилона будет крайне сложно отыгрывать, если они, конечно, не тренировали это отдельно, как-то там какие-то тактики. Нас, кстати, с Ваней очень удивила тактика, что за синюю сторону от этой команды через тылы к вам ездил захватывать точку С рикошет. Он делал такой огромный круг через всю карту и захватывал С. Зачем? Да, я это тоже замечал, мы особо на него-то не обращали внимания, просто с респом же, кто респился, тот и им занимался. Но действительно, это было очень странно, проделал такой круг, такую дистанцию для того, чтобы просто зайти с тылов и по тебя незаметно. На самом деле все это заметно. Да, если еще в Аспик там какой-то, когда флаг берет на кунгуре по лесу, это понятно, но вот здесь не заметить викинг было сложно. И мы с тобой, конечно, посмеялись немного. Ну да ладно, 59-18 счет у нас на карте, Вавилоны держат уверенное преимущество, 40 секунд до конца, и вот тут мы можем утверждать о победе Вавилонов в этом раунде. Они положат этот раунд в копилку свою. Вот почему ребята здорово не переодеваются, я действительно понимаю. Вот зачем, вот, например, Тор Чемпион, который использует Грязит Джей, это аналог Тигра, зачем ему вот эти вот модули, эти резисты, если нету таких пушек на карте вообще? Почему ребята не переодеваются? Зачем Лев ТФ там, где имеется, ну, от Винса хорошо, но Страйкера, Рикошета нет, ну, это очень странно. Зевс тоже здесь ни к чему. Ребята просто не переодеваются, видимо, они по фану играют, но давайте серьезно будем играть. Ну, опять же, возможно, какие-то проблемы в конференции, это все не так просто, сам понимаешь, в этой всей суматохе сделать. Вот между раундами они сейчас, возможно, как-то одумаются и переоденутся, а в самом раунде оперативно произвести изменения в своем сетапе, это не так просто, причем это надо сделать так, чтобы не нарушить правила дополнительно, ну, если мы говорим о корпусах и пушках. Тогда, ну, а что касается модуля, зайти в гараж, сменить модуль, думаю, это очень легко. Не нужно там ничего придумывать, не нужно там спрашивать, на чем ты одет, чтобы не одеть ту пушку или корпус, как ты уже отметил. Модуль это легко и просто, почему ребята этого не делают? То ли они просто привыкли о том, что на чем зашли, на том играем, а что-то переодеваем между раундами, но не знаю. Есть какие-то, видишь, у них зарисовки в чате, два Титана и Зида? Ну, это можно было сказать, что и Вайлона, в принципе, также было на точке С. Ну, посмотрим, возможно, у них да, что-то сейчас получится за синюю сторону, потому что синяя сторона здесь чуть-чуть получше и посильнее смотрится, нежели красная на серпухове. Ну, посмотрим. Да, мы видели, как с огромным отрывом вас выигрывали, вы, вернее, выигрывали своих соперников за синюю сторону, но потом совсем с небольшим отрывом за красную. Мне кажется, вот здесь будет какой-то похожий случай, потому что счет был все-таки не настолько огромен в сторону Вавилонов. Не столько огромен, насколько у вас, я имею в виду. Ну да, но мне кажется, все-таки Вавилоны здесь могут выиграть. Потому что я вижу же, как Тор играет, как Вавилоны играет. Хоть и Вавилоны очень так, ну, однообразно играет. В плане того, что у них два твинса, два фреза, две зиды. Что, грубо говоря, ты одеваешь скалу фул прокачанную, тебе уже неплохо. То у Торов, почему они модули не меняют, это остается для меня загадкой. Если они все-таки начнут переодеваться в плане резиста, в плане модуля, то я думаю, что они смогут одолеть таких вот Вавилонов, которые играют по системистичной тактике очень-очень легко. Ну и все, проходит на самоуничтожение. Второй раунд будет начинаться прямо сейчас. И что делают на синий? Так, точка D выдвигается уже. Хотя нет, не хотят они захватывать точку D, хорошо. Чуть позже вот сейчас. Сейчас уже Эндрю вперед, на А тоже есть выдвижение, а тяжелые корпуса движутся на мост. Тор-то сюда и сейф вместе с Лидой подъезжает, но ему здесь ничего не светит, потому что огромное выдвижение от Вавилона. В С они захватили, проходят мост и уже на Б. Да, смотри, сразу какая была у нас разгрузка по карте. Один только киллер поехал на точку Е, захватил, все остальные 6 игроков отправились на левый мост. Это говорит о том, что Вавилон намерены просто давить через левый фланг и именно вот с помощью этого моста захватывать все остальные точки. То есть они проезжают по левой стороне, отхватывают точку С, отхватывают точку Б, ну а потом уже куда душа ляжет. Либо ты поедешь на А, либо ты поедешь на Д. Ну, судя по всему, они поехали на А, ну а дальше Фейс уже переберется на Д. Ну и все равно не удается им захватить точку Б. Я до последнего наблюдал за этой точкой. Тор все-таки выигрывает этих ребят и захватывает точку. Но Вавилоны впереди 1-0. Они все-таки захватили. Смогли, молодцы. А Аракелян передвигается на Б, будет ее захватывать. А вот Торы выдвигаются по мосту на С. Там Голденко и Вэл явно не дадут этого сделать.
Киллер, он хорошо играет на точке Е, он раскидывает буквально везде дома, главное, чтобы его лечил Born to Love. Кстати, вторая Изида, да, получается, у Вилланов появляется? Да, они остались, нет, у них было две Изиды, Born to Love и Вэлла. Да, две Изиды, точно. И они как бы ничего не меняют, и что сейчас уже Торы чуть-чуть паникуют за счет этого вот шафта, пишут в чате, то им это не очень нравится, и по резистам ребята почему-то не поменяли. Но это крайне удивительно для меня, если появляется рельса, то хоть как-то можно понять, это Гризли, это Джей, где смог рельса и молот, но опять-таки только один модуль брать от одной пушки, это очень... странно, ну, видимо, ребята еще не осознали того, как нужно правильно переодеваться, как правильно нужно подбирать сетап, потому что действительно крайне трудно. Как сложно идет захват. Точку Б они просто не могут взять, даже вот они в пятером, в шестером сюда заходят, это крайне сложно, потому что резп синих близко, и они буквально сразу подъезжают сюда и снова себя лекают, там, с Изид или с новым ЗКД заходят. Ну и на точке А проблемы постоянные. Там тоже не все так просто. Они захватили, они уехали отсюда, потому что их убили. Ну а синие буквально просто с респа опять подъезжают, ее захватывают. Сложно очень. Всего 5-2 выигрывает Вавилон. И то, о чем я говорил, что за красную сторону сложно. Да, это действительно так. Так как респы у синих здесь очень близко находятся к точкам, точке Б, к точке Д, а Д до А проехать 2 метра, поэтому да, действительно, за синюю намного приятнее играть. Сейчас Вавилоны уже просто держат только 2 точки, это, наверное, довольно-таки странно смотрится, потому что в первом раунде Вавилоны фактически все точки контролировали, а в этом раунде вот сейчас только 2 точки, то и точка Е уже отходит Тором, и да, здесь Вавилонам нужно будет уже чуть-чуть так... возможно попотеть, возможно более уже воспользоваться переодеванием, а не оставаться на тех же самых пушках и корпусах, ну и модулях, разумеется. Даже два тринца не помогают, они сейчас прошли по точке С вдвоем с Зидой, и вот на Б их убили просто, вместе с Зидой. Да, и вот нужно просто более агрессивно, более, так что ли, группкой передвигаться по карте, это вот Вавилонов касается, потому что они вот и пытаются это сделать, но сейчас обратите внимание, как отлично Торы отыгрывают на точке Б, там вот тоже та же самая комбинация пушек, и Зида Твинса просто вдвоем пытаются все это проделать. Сейчас Реклина выписывает рельсу, ну, неплохо, кстати, выписал, убил одного игрока, который стоял на точке А, там выдал сквозную, но сейчас Вавилонов все-таки отжали точку Б, но надолго это или нет, мы увидим буквально через несколько минуточек. Да, 6-5 выходят вперед Торы. Вот такое преимущество у них уже есть, а Вавилон выдвигаются на А, захватят ее, но вот Б они явно потеряют. Тут три игрока сразу берут ее. Golden Coasters тоже будут убивать, наверное. Он юзает аптеку, но там его убирать тоже будут, чтобы захватить цену. Они раскидали минки на мосту. Они минки, да, ставят. И, кстати, это, наверное, одна из немногих команд, которая действительно ставит мины, потому что вот сколько я смотрел трансляции, сколько я комментировал, сколько вообще вот записи тоже смотрел, но ребята очень редко ставят эти минки, но эти минки действительно очень положительно могут повлиять на ход событий на карте и на ход событий, захватывая там какой-то источник, поэтому не забывайте ставить минки, минки это хорошо. Да, в общем, ну так, 6-6 у нас было только что, 5 уже Вавилонов, снова они уходят вниз немножко, ну и ты видишь, 5 минут прошло, полраунда спустя, Вавилоны позади, они делают тут очень много работы на карте, и все равно им это не помогает. Ну они, кстати, ну неправильно отыгрывают, они по минимальному, как раз таки, допустимому отыгрывают, они ставят один корпус на Е, это киллер, который постоянно держит эту точку и на своем шафте пытается выдавать, и все остальные катаются только через левый фланг, то есть они номинально захватывают только 3 точки. По возможности уже отправляются на точку А, на точку Д, но когда они туда отправляются, Торы респятся и захватывают уже точку Б и точку С. Поэтому здесь реально Вавилонам очень и очень сложно, то нужно уже напрягаться. Да, приходится им это делать, но сейчас они выходят вперед 9-5, отлично, хоть небольшое преимущество они имеют, и Ракелян должен захватывать Б, ему не надо было тормозить, вот тут надо, мне кажется, было ехать, все-таки стрелять, захватывать точку. Потерял немножко времени, да ладно. Они уверенно держат С, уверенно держат Е, вот с Б и А огромные проблемы. Подавить сейчас этот вот тяжелый корпус на мосту надо. Они пытаются это сделать, но Е они потеряют, потому что там заход есть из-за того, что они пошли по мосту все. Ну вот 2-3 корпуса на одной точке, это будет достаточно с головой. Все остальные должны же передвигаться на другие точки. Сейчас Вавилоны находились на точке Б пятером, потом уже смогли разъехаться и выбрать правильный путь.
для достижения своих целей и захватывания других точек, но нужно все-таки понимать, что 5 корпусов на одной точке — это реально очень много. Да уж, 3 минуты, 9-9, счет по-прежнему равный. В вашем бою было немножко не так. Как-то преимущество переходило из рук в руки, даже в большей мере в вашей стороне оно было, но к концу раунда вы его теряли, к сожалению. Да, здесь чуть-чуть мы видим более другую игру, более уже, наверное, сплоченную игру от Торов. Они постоянно пытаются отыгрываться, это действительно хорошо. Сейчас я вижу, что Фейс меняет свое орудие, выбирает он рикошет. Ну, кстати, рикошет — неплохой вариант, если нету резиста от рикошета. Но, кстати, номинально сейчас как раз-таки разряжался по Тору, у которого есть резист от рикошета, поэтому на данном игроке можно было сказать, что этот вариант орудия не интересен и не приспособлен для данного сражения. Хотя по сравнению с другими ребятами, кстати, неплохой выбор. Правда, вот есть еще одна Тина, а в Тине, как мы знаем, 50%, поэтому Фейсу нужно более тщательно выбирать цели, по которым он сможет выдавать фул баллон и фул дамаг. Квест сейчас выдвигается Бурнтулав, он ему будет помогать, они могут сейчас захватить ОБ, это вполне вероятно, потому что их трое тут будет. Бурнтулав, спустись пониже. Будет быстрее точка захватываться, да, вот так они быстрее захватят, и 4 точки сейчас будет под их контролем. Это очень хорошо. А, теряют снова. Да, это тяжело очень держать несколько точек сразу, особенно которые так на центре, и Торов становится 6. Да, сейф почти покидает бой. Похоже, это было именно на критическую ошибку. К сожалению, она очень распространена на этой карте, поэтому сейчас как раз таки ребята остаются в 6, как я, впрочем, тоже вылетел во втором раунде, наши ребята тоже стали 6, мы из-за этого проиграли. И, возможно, в данном раунде то же самое произойдет, потому что сейчас Вавилоны как раз таки доминируют на карте довольно-таки неплохо. Есть у них отрыв 4 точки до конца 1,5 минуты, правда, за 1,5 минуты действительно можно еще отыграться. Ты знаешь, доминированием это назвать все-таки тяжело, это такое удерживание этого шаткого баланса. Вот они пытаются как-то все-таки на грани держаться, там вот на Б постоянно проблемы, на А это такое сложно. 16-9 они хотя берут, вот 5 точек, они пользуются, конечно, тем, что там было их 6, которые как-то раскалились совсем, если посмотреть в верхний правый угол, то там, конечно, доминируют Вавилоны. Да, уже отрыв, обратите внимание, 10 точек, буквально секунду назад только было 4, сейчас уже 11. Ребята, сейчас Вавилоны под конец добавили уже более агрессивной игры. И, кстати, если нажать Tab, то мы видим, что киллер действительно полезен своей команде, у него неплохое УП, ну и по очкам он тоже не отстает, как бы не казалось, что вроде бы шафт ничего не делает, но дамаг он выдает полезный и своей команде действительно помогает. Но Торов я вижу точно на карте 7, они вот сейчас написали ему 5, я не знаю, может это не, этого не касается, но я подумал именно о составе, посмотрел на карту, их играло 7. Возможно, спросили, сколько там резиста от определенной пушки, и данный игрок отписал, что 5, поэтому ну, это как поэтому вариант. Вавилоны выигрывают. 26-11, этот раунд однозначно их, молодцы, поздравляем. Со вторым раундом, если они будут держать так же хорошо счет в 3 раунде, то, к сожалению, Торы не смогут побороться за кислоту в этом турнире. Ну, я думаю, что Вавилоны за синюю сторону определенно смогут выиграть, если не будет каких-то проблем технического плана или вот критического плана в плане ошибок. Потому что, ну, синяя сторона, мы уже видели, что действительно очень-очень сильная. Но, возможно, Торы что-то универсальное предпримут и смогут обыграть. Да, покидает Бойнес Киллер, Голден Кой, Фоллов. Тов меняет вооружение. Мне кажется, киллеру не стоит менять его шафт. Он неплохо на нем играет. Пусть дальше там вот закрепится вот в том вот лесочке и скидывает своего шафта. Мы заметили в вашем бою, там в первом раунде, вот в том лесочке сверху была рельса, которая ну вообще никак не влияла на бой. Она накидывала дамаг, который вы даже не замечали. У нее, я так понял, не было устройства, возможно. И потому то, что она там порой скидывала рельсу, вам как-то было на это не особо. Да, мы особо на нее не обращали внимания, ну,
Она там стояла и стояла. Ну и пускай стоит, и как бы минус один игрок, потому что он не захватывает точку. Да и как бы шаф тоже минус один игрок, но за красную сторону, как сейчас отыгрывал киллер, то он действительно был полезен, потому что он постоянно стоял на точке Е, то есть он номинально постоянно захватывал данную точку. А вот за синих, куда сейчас направляется киллер 93, ну, он только выдает дэмэдж. Если этого достаточно для команды, то это хорошо. Если видно, что по игре этого недостаточно, то все-таки нужно поменять данную пушку, выбрать более результативную пушку и на ней продолжать играть, потому что не захватывая точку, это не есть полезно, так как у нас турнир все-таки называется «Короли точек». Кстати, еще за красную сторону ваши соперники использовали страйкер, он стоял на точке Е, но он не приносил столько пользы, сколько приносит киллер на шафте на этой точке. Ну, тоже стоит упомянуть о том, что страйкер обладает таким огромным сплэш-уроном, и нужно тоже понимать, когда, куда, зачем целиться, чтобы и своим сообщить о том, что я выдаю залп, и чтобы они успели отъехать, и вообще. А ну, что все-таки это точно? Вот у ваших оппонентов это не получалось особо, вот как на киллера на точке я сейчас на шафте. Я с тобой согласен, они, в принципе, потом переоделись, и, как мы знаем, это, в принципе, неплохо. Помогло им, мы смогли в ничего не отыграть, как и мы. Но сейчас киллер остается на своем шафте. Это, ну, я считаю, что это правильное решение, все нормально. Ребята побеждают, даже если это не совсем, возможно, полезно для игры. Но ребята-то побеждают, поэтому можно поэкспериментировать. Но обратите внимание, Фейс одевает гром, он пытается протолкаться на точку С. Его Вэл должен сейчас лекарь, потому что ХП заканчивается. Ну и у Юники есть там Изида сзади. Фейс пытается, но все никак. Надо толкаться. Кстати, Фейс проигрывает. Смотри, Б, С, Е отдают соперникам, А тоже сейчас отдадут. Ребят, что-то не так. Пошло. Ну, это первые минуты. Пока что ни одной захваченной точки у нас нет в любом случае. А я хотел отметить, что Фейс взял устройство на гром, которое отключает сплэш-урон и при этом отключает самоурон, поэтому сейчас Фейс играет такой недосмоки, что ли. Но у него это неплохо получается, поскольку от грома не так-то много резистов, как раз таки у Торов. А у Торов главные резисты это от Твинса, от Джеги, от Рикошета, пожалуй. Вот смотрю сейчас вот буквально три Кодиака от Твинса. Вот от Твинса и Джеги они очень боятся, потому что чуть ли не каждый игрок данного коллектива имеет резист по данных пушек. Ну и Торы пытаются повторить подвиг Вавилонов. На точке С по мосту они выдвигаются огромным заходом. Сейчас там было 5 танков, уже 3 остается. Но пытаются, какие-то нарисовки есть. И вот из-за того, что они ехали по мосту, они теряют все остальное. Е тоже захватывает Вавилоны, ты посмотри на это. Ну здесь это все-таки более такая отвлекающая игра на точку Е. Там особо на нее можно не ехать, но отвлекать на себя противника рекомендуется, Вавилоны действительно это правильно делают, в то время как другие тиммейты Вавилонов, союзники уже просто продвигаются по этому правому мосту и отхватывают свои ближайшие точку Б и С. Ну а красным действительно трудновато, нужно опять все начинать с самого начала, продвигаться через точку Е, продвигаться через точку С, но на точке С уже стоит две Зиды и Фейс, который просто не дает проехать. Ну и уходят в отрыв. Вавилоны 8-1. Это уже неплохой счет. 7:40 на таймере, то есть 2 минуты прошло. Да, и фактически 5 точек они сейчас держали. Я думаю, точку. Ну, точка сейчас в нейтралке находится, но в любом случае отрыв 10 точек от своего соперника. Это действительно то самое необходимое количество для победы в этом раунде, как минимум. Да уж, вот сегодня мы узнали, какая база сильнее на Серпухове однозначно. И наши зрители тоже. Ну, по крайней мере, в формате ЦП. Если вы видите, что ребята играют в формате ЦП, забегайте за синюю сторону, там будет играть однозначно легче. Мы это уже заметили. Ну, в формате СТФ ситуация будет явно другой. Да. Что касается СТФ, там действительно по-другому все разыгрывается. Но, кстати, вот забегайте за синих, я бы тоже не особо это рекомендовал, потому что многое зависит от тиммейтов твоих, потому что могут быть такие удивительные игроки, которые вроде бы находятся за синюю сторону, но в то же время не могут выиграть. Поэтому нужно тоже еще знать, за кого заходить и с кем плечо в плечо сражаться. Ну, я имею в виду любителей, знаешь, таких вот ночных боев, организованными группами игроков, закрытые битвочки. Это я согласен. Это нужно, это необходимо и это полезно.
Все пяточек сейчас под контролем Вавилона, в полнейшее их преимущество. Тут только вот не знаю, как Эндрю там где-то просочился и точку А сделал нейтральный, сейчас точку Б также сделает нейтральный. То есть ребята даже не надеются на победу, хотя бы, знаешь, нейтралочку такую выдержать. Ну да, они сейчас просто в замкнутом таком помещении, что ли, находятся. Они никуда не могут особо-то доехать. Вот одиночные такие проезды, там Андрея, где-то ФЛВшки, сейфа. Но на этом все, в принципе, заканчивается. Респица синяя, они отбивают опять точки. Ну, нет, здесь в этом раунде, в принципе, все было понятно еще до начала. Вавилоны очень сильный коллектив, который с каждым днем все больше и больше прогрессирует. Ну, я вот уже, знаешь, где-то там в другой тестке, возможно, и в этой, и слышу громкие негодования Вани по поводу Вулкана. Вулкан до сих пор на карте, Ваня, если ты это слышишь, не знаю, хочешь спектатора, зайди, напиши ему, что, ну, Вулкан это не то в точках. Да, я с тобой согласен, еще к тому же там есть резисты от Вулкана, как минимум у Вэла. Поэтому, да, на этой карте Вулкан-то не особо, наверное, был бы полезен. Ну, в целом можно брать Вулкан тогда, когда у вас есть модули, не модули, а устройства неплохие, и к тому же, когда нету резиста. Потому что Вулкан действительно не самая рекомендуемая пушка на режиме Control Points. Ну вот сейчас, да, Вавилоны рискуют превзойти вас. У них сразу минут. Я думаю, что здесь, да, здесь должны они без проблем преодолеть эту планку и, наверное, все 70 захватить. Поэтому я думаю, что мы сейчас можем у оператора узнать ключевое слово. Как раз у нас есть 5 минуточек для того, чтобы похлудили в чатике и посражались за призы в чатике, в то время как на карте посражаются другие команды. Да, мы для вас разыграем, как обычно, голдоприпасы, кристаллы, возможно, про абонемент. Нам наш оператор подскажет об этом чуть позже. Восклицательный знак точка. Вот пишите это слово в чате нашем. Вы сможете поучаствовать. Напомню, что вам надо подписаться на наш канал. Надо, чтобы ваша подписка была не конфиденциальной, то есть открытой. И тогда вы имеете все шансы выиграть призы у нас. Да, и приготовьте сразу свои ники. Если вы выигрываете, то вам лучше сразу отписать, чтобы не задерживать ни вас, ни нас. И все это было оперативно, быстро, все-таки уже вечер, все мы с вами люди. Так, 58 у нас на карте. Фейз в одиночку просто держит вот сейчас правое направление от своей базы. Сюда никто к нему особо-то не едет. Все едут на точку Е, думают, хотя бы будем точку Е держать, и на том будет хорошо. Но этого крайне-крайне мало. Как Вавилоны пытались вот в своем бою оттеснить и держать хотя бы точку Е и С, а потом уже по возможности переезжать на Б. На А они вот довольно редко выдвигались. То есть держать какой-то нейтралитет хотя бы. Ну и вот в конце раунда им удалось преодолеть оппонентов. Но сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Классные пытаются держать точку Е, но и этого у них не получается совсем. Что у киллера по УП? Как он там играет? 24, ну, неплохо. Киллера, да, 21-3, что... Семерочка у него, грубо говоря, без уничтожения. Нормально, почему бы и нет, как раз, думаю, зайду-ка я построил на шафте себе УП чуть скорректирую, и у него это получается. Да, вот сейчас удается Торам захватить точку на мосту, и они на Б чуть-чуть выдвинулись, но, конечно, им не светит никакого успеха. Вавилоны рядышком, они сейчас быстренько уберут эту угрозу. Да, на счетчике у нас 66-10. Вполне возможно, что они заработают больше, это уже, в принципе, однозначно, что будет счет больше. Потому что 2 минуты, за 2 минуты можно успеть сделать многое с этими точками. Ребята просто по КД скидывают Торов с этого моста уже. Как минимум третий эпизод наблюдаю, когда вот Торы слетают с этого моста. Как раз таки Титаны очень здорово отыгрывают на этом мосту и отправляют их. Такой вот полет. Иногда они приземляются на гусеницу, а иногда они приземляются на живот, так сказать, и на брюхо, и нажимают делит. Да, 73. 5 точек под их контролем. Да, можем поздравлять Вавилона, в принципе, с выходом в плей-офф.
Они выйдут со второго или с первого места. Сейчас я посмотрю. Так, у них 4 очка. Они заработают 3. И это они будут делить первую строчку с Роялсами. То есть там еще мы подумаем, кто из них выйдет. Надо будет какой-то подсчет там устраивать. Либо дополнительный бой, возможно, завтра будет. В общем, об этом мы знаем чуть позже. Ну, зато уже как бы они уверены в том, что выходят в финальную часть. Но я помню, что вот в VIP финальная часть будет проходить по системе Double Elimination. Ребята смогут сыграть, проиграть, вниз упасть и еще раз попробовать свои силы. То есть после одного поражения все не закончится, в отличие от эконома, где 32 команды выйдут в финал. Там у них не будет права на ошибку. А там ребятам нужно будет полностью адекватно подходить к игре, готовиться, соблюдать какие-то тактики, какие-то нарисовки. Если ты проиграешь, то на этом тебе просто помашут ручкой и скажут: приходи на следующий год или на следующий там раз. У нас тем временем 20 секунд до завершения третьего раунда и матча в целом. Вавилоны, как мы и догадывались, доминируют на карте. Сейчас уже составляет 86 точек за один раунд. Это действительно очень и очень много. Остается вот 8 секунд. Думаю, до 90 они точно не успеют. Поэтому и данного количество вполне достаточно для того, чтобы показать свою мощь. Поздравляем Вавилонов. Торам рекомендуем не расстраиваться, продолжать в том же духе. Правда, не помешало бы вам чаще менять модули и чаще прокачивать именно эти самые модули. Да, не подумайте, думаю, над своим поведением и справиться в следующий раз. Ну, а мы сейчас будем переходить к розыгрышу. Я думаю, сразу 5 минут у вас, в принципе, было для того, чтобы